Тема моей проповеди называется «Уровни познания Бога». Я всегда вначале приглашаю очень кратко в своем уме помолиться. Дух Святой, открой мое сердце. Дух Святой, говори в мое сердце. И Дух Святой, изменяй мое сердце. Сегодня, друзья, я уверен в том, что есть разные уровни познания Бога. Например, есть люди, которые в Бога не верят, они Его отвергают, они Его не празднуют и не признают. Второй уровень. Или другая категория людей, которые верят в Бога, но живут, как получается. Третья категория – это люди, которые верят в Бога, но их вера, их отношения с Богом, они на начальной стадии. И есть и такие, которые называются зрелые христиане и зрелая вера. И какой вывод, друзья? На экране вы видите, что смотря насколько человек познал Бога, настолько это будет отражаться в его отношениях с Ним. Итак, друзья, о Боге можно слышать, можно знать о Нем. Но когда человек лично Бога познал близко, и если он это сделал на глубоком уровне, а мы сегодня будем говорить о разных уровнях, это обязательно отразится на его отношения. А это богопознание выражается через признание, послушание Его Слову, нашу благодарность Богу и наша жизнь каждый день. Итак, три уровня. Первый – это уровень, когда люди в Бога не верят, люди Бога не признают и не благодарят. Как вам кажется, вопрос, когда легче быть благодарным Богу? Когда у нас все есть или когда ничего нету? Не спешите отвечать, вспомните лет 10-20 назад и попробуйте честно найти ответ. Легче быть благодарным Богу, когда есть все хорошо, нету проблем, изобилие, или когда проблемы, горе, беда, больно. Итак, я вам приведу две категории людей, которые имели, примеры приведу, люди, которые имели во всем достаток, все было хорошо, и при этом они были Богу неблагодарны. И люди, которые были в больших проблемах, но они как-то сумели быть благодарными Богу. Итак, читаем вместе Второзаконие 8 глава. Написано, когда ты поешь и насытишься, надеюсь, вы это чувство еще не забыли, тогда славь Господа за ту благодатную землю, которую Он дал тебе. И, внимание, берегись, не забудь Господа своего, соблюдай Его повеления, законы и постановления. Итак, здесь в этом тексте мы видим предупреждение. Бог предупреждает, что когда тебе будет хорошо, есть шанс, есть риск, что и ты, и я забудешь Бога. Забудешь Его благодарить. То есть Он у тебя вроде бы где-то есть, там в памяти, где-то далеко в глубине, но Он не приоритет, Он не смысл жизни, Он где-то там. И особенно это подходит к людям, которые живут в западных странах, которые имеют изобилие, достаток во всем, не голодают, живут в комфорте. И здесь мы замечаем, что люди в таких странах меньше открыты к Богу. Мы становимся более самодостаточны, более самоуверенны. Люди в бедных странах, вы заметили, по-другому реагируют на Бога. И иногда, когда мы пытаемся найти за что Бога поблагодарить, потому что, например, так учит Библия, или потому что праздник такой, то иногда у нас, если быть честными, нету честных причин, за что благодарить Бога. У нас больше есть причин, за что мы на Бога в обиде, когда мы видим какую-то несправедливость, беду в нашей личной жизни. И мы иногда допускаем мысль, что если бы мне вот это в жизни иметь, то я был бы более благодарным Богу. На самом деле, друзья, вы знаете, что когда мы мечтали и Бога просили иметь больше финансов, зарплату повыше, Эти этапы мы прошли, уже и зарплата изменилась, и финансов стало побольше, но это не сильно изменило наше сердце. Мы не стали более преданными Богу, мы стали занятыми другими вещами. А если, например, взять больного человека или парализованного, у него одна мысль. Если Бог есть, если Бог меня исцелит, я встану, я буду здоровым, вот тогда я буду такой благодарный Богу, я посвящу Ему всю жизнь, я не буду жить в суете, Бог будет приоритет номер один. Но на самом деле это неправда. Так мы думаем. Почему? Большинство людей вокруг нас на земле это не инвалиды. Но они Богу не посвящены. Они благодарнее не стают, чем те или другие. Иногда мы думаем, если из этой проблемы вылезу, я точно, и моя жизнь в корне изменится. И здесь, друзья, мы понимаем, что материальные, земные приобретения не помогают человеку быть благодарным. От чего же зависит благодарность Богу? Ответ: от твоего уровня познания Бога. Итак, второй уровень. Когда человек в Бога верит и Бога благодарит. Первые Бога не признают и не верят. Вторые верят, благодарят. Большинство из присутствующих, мы находимся на этом уровне. Правда, вам интересно же, какой третий уровень? Это реклама. Итак, читаем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. За все благодарите Бога, ибо такова вас воля Божья. Я думаю, что когда Писание призывает верующих быть благодарными Богу всегда и за все, мы, во-первых, понимаем, что планка очень высокая. Если мы честны сами с собой, мы не всегда хотим Бога благодарить и за все. За непонятное, за то, что приносит нам печаль. Нелогично и непонятно, и это возможно только верующим людям. И нам кажется, кто будет смотреть это в эфире, в онлайне, в Ютубе, они думают, вам там в Америке нормально. У вас там все нормально, обстоятельства, есть и холодильник, есть и в холодильнике, и все более-менее спокойно. Вам можно благодарить. Вот это местописание, текст к вам, к американцам. А как людям в других странах? Каким с этой теорией справляться? У них есть тысячи причин, за что не быть благодарным Богу. И хочу вам напомнить исторический контекст этого послания Фессалоникийцам. Это одно из самых старых посланий, одно из первых посланий апостола Павла. И когда первые новообращенные люди в городе Фессалоника пришли к Богу в покаянии, они подверглись жесточайшим гонениям. И подтверждение этому, 1 глава 6 стих написано: «Несмотря на большие страдания», внимание, не просто так себе проблемки, решаемые, большие страдания. Я даже не знаю, как это представить, описать. И дальше написано: они приняли Божье Слово и стали образцом, примером для остальных верующих. В чем они стали примером? Не в том, что они в церковь ходили или называли себя верующими. Апостол Павел их хвалит за то, что они в тяжелейших обстоятельствах смогли быть благодарными Богу за все. Вот в этом и есть, друзья, уровень познания. Это возможно только благодаря уже более зрелому, верующему человеку. Поэтому фокус этого послания, если сделать итог, он больше сфокусирован на второе пришествие Христа. То есть их фокус на вечности. Они понимают, есть земные ценности, есть вечные ценности. И потому что они это поняли, вот почему у них другие ценности, другие взгляды на те же проблемы. И апостол Павел их за это хвалит. Дальше мы понимаем, что значит благодарность не зависит от того, если у тебя есть много или мало. И правильная реакция настоящего верующего регулируется не обстоятельствами, а познанием Бога. У нас у всех есть реакция на разные ситуации, но правильная реакция она регулируется познанием, глубоким познанием Бога. А уровень познания Бога, правильный, глубокий, это отражает твою позицию сердца. Это твоя вера, это твои ценности. И сейчас мы с вами приходим к ключевому нашему стиху из Божьего Слова. Римлянам 1:21. Дальше вы можете слушать внимательнее, потому что это Божье Слово. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце». Первое, что я хочу заметить, что здесь написано к людям, которые Бога познали. Написано «они познали». Как это? Либо они слышали о Боге, либо они лично узнали Бога, либо они действительно глубоко познали. И дальше, кажется, это говорится к верующим людям. Потому что Бог ожидает, или его претензия в том, что люди его не прославили и не поблагодарили. Но если мы возьмем всего лишь один стих чуть выше, мы поймем, что Бог обращается ко всем людям, неважно, верующие или неверующие. Читаем. «От создания мира невидимые свойства Творца, Бога, божественная природа, все свидетельствует о том, что есть Творец». И в конце написано, значит, людям нет извинения. А каким людям? Верующим или неверующим? Всем людям. Оказывается, что этот текст говорит нам, что каждый человек нормальный, просто природа, не брать в расчет теологию, там, какие-то богословские истины, вот просто природа. И человек стоит перед выбором. Либо он верит в теорию эволюции, либо он верит в Бога Творца. Все. Это первый выбор, который решает его направление всей жизни. И есть те, которые отвергают Бога, верят, что не Бог создал, с обезьяны все, получился человек и так далее. Есть люди, которые признают, что есть что-то большее, что-то вот в этой природе, во всех этих перепадах погоды человек не может управлять, и деньги там не помогут. Там есть что-то, какая-то сила выше. И вот здесь, если это относится обращение к неверующим, Бог претензию предъявляет, вы обо мне слышали, то есть все вам об этом свидетельствует, а вы меня не признали и не прославили, то тем более к верующим. Планка должна быть еще выше. Если мы верующие и поняли истину. И дальше последствия, друзья, к чему пришло человечество, которое не признало Бога. Написано, что суета, Римлянам 1:21, мрак в сердце. Мрак, то есть помрачение, все, что в сердце темное, оно из сердца регулирует наши действия и нашу жизнь. И вот смотрите, к чему пришло человечество, последствия отвержения Бога. Римлянам 1:24 написано: «Бог, покинув их, оставив во власти грешных плотских желаний». Каких желаний? Наших плотских желаний. Бог оставил. И дальше. Бог оставил их на произвол их постыдных страстей. К чему это привело? И в результате женщины заменили естественные отношения с мужчинами на противоестественные друг с другом. Однополые браки, движение ЛГБТ – это вот оттуда, вот контекст этой истории. Но к чему? Причина в чем? Потому что человек отверг Бога, и дальше идет деградация. Люди доходят до такого абсурда, что, кажется, не вкладывается в мозги. Но интересно, что это Божье наказание. Кажется, человек сам это выбрал. Да, Бог дает свободу выбора. но потому что они, вот этот выбор, помните, Бог-творец, эволюция, Бог есть, Бога нету. Человек решает, выбирает, и дальше идет путь один и другой. И вот деградация человечества. Вот она описана еще хуже в следующем стихе, Римлянам 1:28. «И так как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму». То есть заботиться, иметь Бога в разуме – это наша ответственность. Оно автоматически не получается. Я верующий, типа у меня Бог в разуме. Нет, не работает. Оказывается, нужно наши мысли заполнять Богом или Его Словом, Его принципами. Потому что наши мысли по-любому чем-то заполняются. Туда какой-то мусор так и так попадает. Мы живем в век информации. И вот здесь написано… И так как они не заботились иметь Бога в разуме, или в новом переводе посчитали ненужным познавать Бога. Вроде бы услышали, поняли, отвергли, не надо Бога познавать, то Бог оставил их. Видите, второй раз, Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего не должно, и они полны неправедности, зла. Это вот видите последствия, жадности, зависти, убийства, обмана, коварства, сплетен, клеветники, они ненавидят Бога. Надменны, изобретательны на зло, родителям непокорны. Вот куда катится человечество. Сегодня уже, друзья, в некоторых штатах в Америке легализировали наркотики. Я думаю, нормальный человек понимает, наркотики это разрушает, это убивает семью и человека. Как вы думаете, люди, которые во власти, это образованные люди, это не глупые люди, которые принимают такие законы, как это можно объяснить? Вот объяснение в Библии. Человек Бога отверг, и все идет помрачение ума. Деградация. Аборты, наркотики легально, ЛГБТ и все остальное. И идет самоуничтожение. Человек как будто самоистребление. И это все, друзья, последствия. Решение, познав Бога, не приняли Бога, но осуетились в умствованиях своих. То есть, оказывается, все начинается с мыслей. Мы, люди, которые Бога вроде знаем или слышали о Нем, мы можем своими мыслями так забуксовать, так заблудиться, так забить Его ничем, чем надо. Мысли, оказывается, можно контролировать. Есть мысли деструктивные, негативные. И Писание призывает нас, Римлянам 12:2, обновлять ум. Помните, чтобы мы обновляли наш ум, заполняя его священным, добрым, божественным. Итак, друзья, снова возвращаемся к Римлянам 1:21. Хочу, чтобы вы заметили одну деталь. Бог говорит, и так как они не прославили и не возблагодарили. Вы видите разницу? Мы обычно думаем, что прославлять Бога, благодарить Бога, это в принципе одно и то же. Когда мы говорим, давайте Бога будем благодарить, для нас там без разницы, благодарить, прославлять. Но здесь Писание разделяет. Не прославили и не возблагодарили. Значит, показываются разные уровни. Чего? Познания Бога. Потому что они познали, и ни одного, ни второго не совершили. То есть не отреагировали правильно. И здесь, друзья, когда мы говорим об этих вещах, важно о благодарности сказать вот что. Спасибо можно сказать любому человеку. Но человеку никогда не говорят, я тебя прославляю, Иван Иванович. Правда, это как-то странно, дико звучит. Но здесь написано, они его не прославили его как Бога. То есть вы знаете, что даже люди, которые в церковь никогда не ходят, в Бога не верят, они иногда часто у них вылетают, слава Богу. Можно сказать, молодец, просто Бога славит. Но это же мы понимаем, как эта машина работает. Эти слова не имеют никакого глубокого смысла. Не прославили его как Бога. Это значит, есть уровень, когда ты можешь Бога типа прославлять, но так себе, как и вся серая масса. Или прославить как Бога. Для тебя это совершенно разный уровень. И дальше мы видим, друзья, что... Грех, главный грех человечества – это то, что люди не дали Богу подобающего места в их сердце. Это корень проблемы. к самой главной, откуда все идет. Человек Бога не признал, не прославил, не дал ему правильного, приоритетного места в своем сердце. И теперь большой вывод на экране, который можно запомнить и размышлять. Благодарить можно за что-то, а прославлять можно только за то, кто Он есть. Разницу видим? И так как они не прославили и не возблагодарили, разные уровни. Благодарить можно, сказать спасибо легче, но прославлять можно только Божество. Только Божество, в которое ты веришь. Когда люди иногда, бывают, поклоняются каким-то истуканам, сделанным из дерева, из камня. И вот они кланяются, стоят, делают такие вещи, как бы вы думаете, со стороны кажется, ну глупо, как бы это же камень, что ты делаешь? Чем он движим? Верою. Для него это Бог, это Божество. Он не просто говорит этому идолу, что спасибо тебе. Он его говорит, я тебя славлю. И поднимает руки, он прославляет. Понимаете снова разницу? Потому что для него это что-то большее, чем просто Дед Мороз, который что-то дал, и нужно ему сказать спасибо. Это Бог. И дальше, друзья, важно понимать, что Бог не перестает быть Богом, даже когда мы Его не понимаем. Потому что у нас возникают вопросы. Господь, за что? Почему я такое переживаю? Почему Ты это допустил? Сколько зла, несправедливости и так далее. И мне жалко, что вы так иногда чувствуете себя. Но это никак не меняет тот факт, что Бог остается Богом. Ну и что, что ты Его не понимаешь? Значит, что Бог, ай-яй-яй, вот вы меня не поняли, теперь, ну все, провалилась карьера. Ведь Бог же так не работает, правда? Если Он есть, если мы в Него верим, то это вообще не зависит от твоих мнений, не зависит от твоего настроения, от времени. Бог всегда остается Богом. И прославлять невозможно без веры. Просто невозможно. Иначе это выглядит очень глупо. И поэтому подходим с вами к третьему уровню богопознания. Это человек верит в Бога, человек благодарит Бога, и третье, человек славит Бога. И здесь, друзья, мы читаем с вами Луки 17 глава, 16 стих. История 10 прокаженных. Иисус исцелил 10, и только один возвращается к Иисусу, чтобы Его поблагодарить. «И пал ниц к ногам Его, благодаря Его». Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились? Где же остальные 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме одного? Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Первое. Христос показывает принцип, что в основном люди неблагодарные. 1 к 10. 10 получили что-то от Бога, 1 пришел, сказал «благодарю», остальные 9. Имея успех, человек склонен думать, что это его заслуга. Я красавчик, я молодец. Случайность, возможно. Люди помогли. Все, кто угодно, но не Бог. Не прославили и не возблагодарили. Дальше. Мы знаем из Писания, что Бог помогает и злым, и добрым. Посылает дождь на всех. Дает шанс всем. И Иисус, конечно, Он печален, когда люди неблагодарны. Он об этом говорит в этом тексте. И это и сегодня, друзья, я верю, что это актуально. Но на что я хочу, самое главное, обратить ваше внимание, это смотрите за этим текстом, как Иисус подчеркивает разницу между благодарностью и славой. Читайте в ваших Библиях, на экране, если вам видно. Приходит человек, который получил исцеление, и он говорит, «Господь, я Тебя благодарю». И Иисус отвечает, а где остальные, которые меня не прославили? Подожди, мы говорим о разных вещах? Я же здесь с благодарностью. Так ты как, Иисус, мою благодарность, тебе она не нужна? Нет, нужна. Иисус принимает благодарность, хвалит его за это, приводит в пример и говорит, а где остальные 9, которые не поблагодарили? Но благодарность – это, есть такое слово по-английски, entry level. Это начальный уровень. А дальше, к чему Иисус призывает, на что Он намекает, Он говорит, а как это вы меня не прославили? Значит, получается, благодарить Бога можно, нормально. Писание к этому призывает. Но на что Иисус показывает в этом тексте и ожидает от зрелых верующих не только благодарности, а что? Славы. А что легче, благодарить или славить? Любой человек, который даже Бога не знает, может сказать, ну, спасибо, Господи, или там, благодарю Тебя, Господи, слава Богу. Но сказать, что я, Бог, Тебя прославляю, я, Господь, Тебя хвалю, никогда не скажет. Только человек, который познал Бога на другом уровне, лично для него он открыт не просто как Дед Мороз, который раздает что-то, дал, слава Богу, не дал, не слава Богу. Есть здоровье, слава Богу, нету здоровья, не слава Богу. Кнопку нажал, получил то, что автомат выдал, не нажал, но Бог – это не vending machine. Он Бог. Поэтому вот эти вещи – благодарить, не благодарить и славить – это все разные уровни. Вы знаете, друзья, получается… Получая что-то от Бога, мы откликаемся благодарностью. Но более глубокое богопознание и зрелая вера откликается прославлением. Прославлением Бога. Заметьте, детская молитва. Вы когда-нибудь слышали, как дети молятся? Ну, обычно детки молятся так. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Thank you за папу, за маму. И, конечно, для детского уровня это вполне нормально. Я никак не пытаюсь унизить детскую молитву. Но, внимание, вы когда-нибудь слышали, чтобы ребенок молился? Я прославляю тебя, Иисус. Я воздаю тебе хвалу и честь. Ну, может, ваши детки так молятся, мои нет. А почему? Благодарить Бога здесь нет ничего страшного, здесь нормально. Писание к этому призывает. Только это определенный уровень богопознания. Правда? А дальше что? А дальше Бог ожидает от нас другого уровня, вот этого третьего, глубокого, личного, где Иисус призывает, а почему вы не пришли Бога прославить? Не просто поблагодарить, прославить. И здесь, друзья, еще раз Бог подчеркивает важность прославления. Это отображает твое внутреннее состояние и уровень твоего богопознания. Я думаю, что вы согласитесь, что во время прославления в церкви, в любой, когда вот мы выделяем это время, когда мы прославляем Его пением, там, молитвами, не все Бога искренне славят. Почему? Потому что у них в сердце нету этого познания. Они могут сказать, ну, слава Тебе, Господи. То есть, извините, благодарю Тебя, Господи. Но они в основном делают такой акт почтения тому, чем вы занимаетесь. Вот вы тут славите, он так смотрит, и у них такое, называется, процесс пережидания, пока это закончится. И они с уважением к этому относятся. Для вас вот этот Христос, Он Бог. Поэтому вы его там славите, вы его там прославляете. А для меня он хорошая личность. Я уважаю его, могу ему сказать спасибо, но прославлять его – это другой уровень. Поэтому, друзья, написано в Писании, 1 Коринфянам 10:31, «Что бы вы ни делали, едите ли или пьете, все делайте, чтобы Бог был прославлен. Делайте все ради Божьей славы». Представляете? Все. То есть твои слова, поведение не только в церкви, когда здесь у нас святой вид, все такие пушистые, спокойные, а когда дома, на работе, в других ситуациях, вот твои слова и твои дела, они либо Бога прославляют, либо позорят. Христианство ты либо поднимаешь авторитет, либо разрушаешь. И здесь Писание говорит, чтобы все прославляло Бога. Здесь это не зависит от настроения, от богопознания. И когда мы даже молимся перед едой, мы этим самым, тут вот за еду сказано, да, мы окружающим людям, которые видят нас, что вот люди склонили свои головы или встали, или как-то там закрыли глаза и молятся. Вы никогда не встречали картину, когда вот куча людей и один религиозный человек, мусульманин, падает на пол при всех и начинает поклоняться, кланяться, молиться Богу, вот бьет поклоны, и все так... И всем так вокруг аж его жалко. Кажется, подожди, тут же как бы народа куча, ты что творишь, как бы, ну где-то зайди за уголок, там как-то кланяйся, а то так странно, дико выглядит. А он что думает? А мне все равно. А для меня он Бог. И вот он своими действиями вызывает внимание всех, и он говорит, я его прославляю. Он ему не просто говорит, спасибо, Аллах, он его прославляет. А верующий человек... Чик-филе забежал и так жует, и так «Thank you, Jesus, Amen». Чем мы улыбаемся? Кого-то так видели? И так вот кажется, так ты же Бога прославляй, везде, во всем, в еде, в делах, везде как бы. Пусть другие люди видят твои поступки, как-то реагируют, спрашивают, а почему ты это делаешь? Так вот, друзья, что такое прославлять Бога по жизни, если Писание к этому призывает прославлять во всем? Хочу вам прочитать небольшое определение. Прославлять Бога – это значит признать Его божество. Что Он не просто Дед Мороз, что Он не просто хороший такой личность, что Он Бог. Личный, свой, твой, Господь. Второе – это значит славить Его за то, кто Он есть. Не за то, что Он тебе дал, а за то, кто Он есть. Это значит признать Его суверенность, что Он Бог, Он делает все, что Он хочет, независимо, понимаем мы это или нет. Это значит Его волю ставить выше своей воли. Это тоже высокая планка, да, я знаю. Дальше это значит повиноваться Его Слову, своей жизнью представлять Его везде. Это значит делать Его известным. Прославлять Его, иметь Его на троне своего сердца, как приоритет номер один. Тоже высокие стандарты. Вот что примерно значит прославлять Бога не на словах и правильных песнях, по жизни прославлять, по жизни, жизнью свидетельствовать о том, что я Бога прославляю. И здесь, друзья, важно сказать... Я не знаю, если честными быть, получается ли у нас в жизни, у каждого верующего, быть вот на этом уровне, третьем уровне. Приведу вам пример Авраама, Римлянам 4:20, написано, «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере». И дальше, внимание, «воздав», и все вместе скажем, «славу Богу». Вау! Во-первых, мы здесь видим, что он как-то колебался в вере, или он как-то боролся, возможно, внутри. Написано, но устоял, как-то вот видите, он муж веры. Хотя, помните, у него были сомнения. И в этом контексте важно понимать, что когда об этом написано, об Аврааме, то он еще не получил то, что Бог ему обещал. Обетование сына он еще не получил. И вот эти вопросы у него возникали, как и у нас. Господи, ну где же ты? Я же тебе жизнь посвятил. Ведь я же о тебе рассказывал. Ну почему в моей жизни такое происходит? Ну я не понимаю, Господи, ну за что, Господи? И вот эта вера терзается, ломается, как-то мы тонем, задыхаемся. И вот он выбирает путь. Вот в этом формировании жизни этой непростой на земле, в его вере Богу, он выбирает позицию. Я буду Бога славить, не благодарить. Это разные уровни. Славить. А славить можно только Бога, если ты в Него веришь. И очень глубоко. И написано в английском переводе, если вы читаете, He grew strong in his faith as he gave glory to God. Он рос в вере. Причины, воздавая Богу славу. А за что? Вот в этом и есть центр. Не за что. Благодарить, помните, мы с вами говорили, благодарить можно за что-то, а прославлять можно за то, кто Он есть. Вот разница. Познание Бога. Если вы соберетесь на вашем празднике Дня Благодарения, и будет вопрос, ну, кто за что Богу благодарен? Так нужно иногда себя где-то выжимать, там вот искать, как бы у меня проблема и там проблема, устал. Ну как-то же нужно тут при всех что-то сказать нормальное, хорошее. Ну благодарю Бога за еду, за пищу. Ну нормально, прошел. А внутри же все как бы, все там тоска как бы, нету. Человек ищет благодарность, ну за что, Господи, тебя поблагодарить? Я вот там и то прошу, и то заказал, и то сделал, как бы и там не понял. Вот это уровень познания Бога. Если Бог что-то дал, слава Богу, не дал, не слава. Но есть уровень выше, который не зависит от даяний. Ты Бог и точка. Вот почему я тебя славлю. И здесь, друзья, у нас вот в среду будет День Благодарения. И мы просим, помните, чтобы люди приходили со своими свидетельствами. И меня печалит то, что у нас на 1000 человек только 3 человека записалось. Вам не кажется, что кажется, ну, да вроде бы для нашего такого христианства, нам кажется, зрелого как-то стыдновато? Как это у людей не за что Бога благодарить? Ну мы как все думаем, да что я там скажу, там, ну, а что у меня такое обычное, там, ну там, слава Богу, за холодильник, там, за машину и за как-то вот все такое серенькое, как будто ты понимаешь, что проблема не в том, что у тебя нету причины, за что благодарить. У тебя не переполняет вот этот уровень, 3, когда ты Богу просто хочешь воздать славу. Ты просто выходишь не потому, что тебя заставили. Вот у нас такая традиция, надо сказать Богу спасибо. Ты говоришь, ну спасибо, слава Богу. Но у тебя это внутри, оно вообще не живет. А ты приходишь, потому что ты понимаешь, по-другому, видишь жизнь по-другому. Поэтому я вас вдохновляю, церковь. Вот у нас QR-коды там есть, и на Вайбере в онлайне тоже есть ссылочка. Свидетельствуйте, записывайтесь и воздавайте Богу славу. Каждое ваше вот это testimony, оно Богу славу приносит и в других веру оживляет. Поэтому не надо там сильно отнекиваться, это все вопрос чуть глубже. Последний пример Иова, 1 глава. Мы все знаем его историю, ужасную. Я думаю, ни один человек из нас не сравнится с теми бедами, которые пережил Иов. Бизнес потерял, кажется, здоровье потерял, детей похоронил. Что может быть хуже? И все сразу. И написано в Библии, Иов пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери, наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Бога благословенно. Смотрите, новый перевод и английский перевод. Господь дает, Господь забирает, славьте же имя Его. За что? За то, что детей похоронил? За то, что бизнес потерял? А зачем лицемерить? Типа Богу слава, я Богу такой благодарен. Да какой ты благодарен? Ты не можешь понять, тебе это в голову не вмещается, что происходит в твоей семье, в твоей ситуации. Вот почему это другой чуть-чуть уровень. Спасибо, можно сказать, за то, что ты получил. А славить можно за то, кто он есть. Иов признает, что все, что он имел, ему дал Бог. И заметьте, Иов Бога не благодарит. Он его славит. Это третий уровень богопознания. Интересно, Давид говорит ту же самую мысль. Псалом 68, 29 стих. «Я беден и я страдаю». Контекст. Вообразите ситуацию. Я бедный, я страдаю. Не просто дела плохо, страдаю. И дальше он говорит: я буду славить имя Бога. Давид, тормози, подожди, куда? Какое противоречие? Где логика? Ты же сам только что заявил, ты страдаешь. Но внимание, внимание, он Бога не благодарит. Хотя благодарит нормально, но это уровень выше. Он Бога славит. А дальше смотрите, какие процессы происходят внутри человека. И написано в конце: «И оживет сердце ваше, душа израненная, замученная, где медицина не может исправить, оживет». Почему? Признание Бога. И так как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, то предал их Бог. Вот, друзья, выбор. Поэтому для нас сегодня так важно, чтобы каждый внутри ожил, выйдя на этот уровень богопознания. И в заключение мой самый вот любимый, вы увидите, как здесь красиво показано вот эти уровни. Псалом 99:4 написано: «Входите во дворы Его со славословием, во дворы Его с псалмами, славьте Его». Но смотрите английский перевод и смотрите новый русский перевод. Там написано вот как: «С песнями благодарности вступайте в ворота». И дальше: «И с хвалою входите во дворы». По-английски, если кто читает, написано: «Enter into his gates with thanksgiving». Итак, внимание. Ворота – это первый уровень, это первоначальный, только ты при входе. Знаете, как говорят, у ворот. Это как называется? Благодарность. И дальше следите. И. Уровень выше, выше, дальше, глубже. И во дворы, то есть туда глубже, вовнутрь, проникая ближе с Богом. Но там уже другой уровень. Там уже не спасибо, не thank you, Jesus. Там уже я тебя прославляю. Разница богопознания, разные уровни. И здесь, друзья, мы видим путь, метод разных уровней. Псалом 21 написано: «Ты святой, живешь где?» Вы заметили, какая идет снова уровень славословий? Не просто thank you, Jesus. Славословий. Поэтому, друзья, вот это вот путь, как человек может попадать в Божье присутствие. Благодаря славословию. Он приносит своей жизнью Богу славу. Он не стесняется Бога славить, потому что он в Него верит, для Него он Бог. И сейчас, друзья, когда мы будем молиться, я хотел бы пригласить вас в это Божье присутствие, в которое мы можем войти благодаря славословию. И там все меняется. В Божьем присутствии все меняется. Наш взгляд на жизнь, позиция сердца, отношение к Богу, к людям, вот там, вот туда важно попасть. И я не знаю, друзья, что нас ждет впереди, какие времена настанут тяжелые, возможно, и в этой стране, то помните, когда приходит голод, война, землетрясение, что угодно, то, что человеку необъяснимо, за что и почему, тогда вот этот уровень 2, если можно 3 уровня на экран, уровень 2, человек, он поколебается, человек, у него нету, просто не хватает логики и не хватает вот аргументов, за что Бога благодарить. И вот здесь только вера, только глубокое познание начинает Бога славить. Есть такая песня: «Я славлю Его в шторм». За что? Не за что, а за кто Он есть. Поэтому я вдохновляю каждого, кто смотрит онлайн и кто находится здесь. Славьте Бога по жизни. И написано: «И оживет сердце ваше». Аминь.